Твери продолжается реализация проекта «Старшее поколение». Теперь люди зрелого возраста из общественных организаций смогут поддерживать свое здоровье и физическую форму, посещая фитнес-центр. В эту среду сеть фитнес-клубов MyFit вручила им бесплатные абонементы. Теперь люди старшего поколения смогут тренироваться не только на свежем воздухе, но и в современном спортивном центре. Председатель Тверской городской думы, куратор проекта Евгений Пичуев присутствовал при вручении руководством фитнес-центра абонементов для занятий спортом. Наши клиенты, вот, которые присоединились к нам сейчас вновь в нашем проекте, могут посещать как тренажерный зал, кардио, какие-то тренировки, так и, соответственно, любые групповые тренировки по расписанию. Мы поставили в сетку выделенные тренировки для них и любые тренировки там 60+, пилатес. В фитнес-клубе созданы условия для щадящих нагрузок. Кроме того, здесь работают специалисты, которые знают методики занятий с представителями старшего поколения. Забота о здоровье важна в любом возрасте, а спортивные упражнения оказывают благотворное воздействие на разные системы организма. Поддержав поколение старше, то есть так называемых серебряного возраста, то есть мы поддерживаем в будущем самих себя, то есть чтобы нас потом поддержали и дети наши, и внуки, чтобы нас, когда мы войдем в этот возраст, чтобы тоже привели куда-то заниматься, чтобы мы были активны, чтобы мы были здоровы. Проект «Старшее поколение» ориентирован на приобщение людей пожилого возраста к активной жизни и объединяет сразу несколько направлений. Основное из них связано со спортом. У нас очень большое направление – это просто ходьба, 10 тысяч шагов, это Лео Бакерия и здоровый образ жизни, который он пропагандирует, наш кардиохирург. Мы в городе организовали маршрут, который начинается от кинотеатра «Звезды». Он у нас обозначен в городе, 10 тысяч шагов, которые человек, в принципе, должен проходить. Представители старшего поколения, которые пришли на первое занятие, уделяют большое внимание своему здоровью. Кто-то делает зарядку, кто-то бегает, а кто-то летом купается в речках. Фитнес-клуб может стать хорошей площадкой для поддержания своего здоровья и разучивания новых упражнений.